А хули ты, ёбаный в рот? Ты чё он, блядь, творит-то, пиздец? Если я блядь, пригибаюсь, он пригибается. Не, блин, я что-то вообще не тащу. Пиздец, ебаный. Ну видите, что я делаю? Я просто не могу. Я фейлю там, где просто фейлить, блядь, позорно. Так, ну что, у меня теперь 3 удара на последнего босса, замечательно. Бум. Нормально. Вот так вот. Хорошо. Не попал в чём. Прям по башке. Попал. По башке. По башке. Еще по башке. Опа. Три удара ему. Ой, двойной удар был. Так, ну давай сюда этого пиздюка. Бля, как так-то? А чё, блядь? Ну что, ну уже какая-то херня пошла, блядь. Да ёпта мать. Так, убили. Чё теперь, паук, да? Паук? Паука забираем. Дайте хпшечку. Хпшечка есть, паука забираем, гарантирую. Спасибо большое за 14 лайков, ребят. Большое спасибо за поддержку. Так, старый пень. Ну-ка, давай мне облако. Нет, паука надо забирать. Блин. Вот что, забираем бычку. Сюда на. Все, тактика работает.
нормально, еще есть шанс. Так, бьем в левый глаз. Так. Что-то рановато. Ну ладно. А, ну здесь слушай-то вот. А здесь полегче облетать все это, когда не ускорим процесс. Полегче, полегче. Минус глаз. Полегче, но все равно непонятно. Хорошо идем. Есть шанс. Пипец, потею. О-о-о! Ну-ка, давай-ка взрывайся, мой хороший. Я прошел Star Fox на изи. Дракула, во имя моей матери я снова одержу победу над тобой. Это намекает на Кастельванию 3. Кого бить-то? Понял. Дает. Понял. Так, это плохо. Ой, это еще хуже. Ну ладно. Так, он улетел, да? И что он там будет делать? Питаться магией страшно. Блин, это, конечно, очень круто. Ого. Фига, дамаг с меча-то пожестче заходит. Вроде бы. Или мне так кажется. Ой, не пожестче. Так, фея меня подлечила, да? Вы не убить ядовитым туманом, вот это новости. Да. Еще мне пора лечиться, я так понимаю. Опа. Чего, реклама канала? Не, мне не нужна реклама канала. Да что за херня, он столько снимает этими головами своими. Ну прям что-то я не помню, что такое сложный босс. А, я же убил всякими дубликаторами. Все, готов. Это жопа вообще. По сути, шансы минимальные его убить, к сожалению. Он спас меня. О, Фальшивич. Нет, блядь! Ёбаный, блядь, хуесос, я извиняюсь. Ну пиздец, вы видели, как он выстрелил? Я не мог увернуться, мне кажется.
теперь я не могу выбраться, да, меня пиздец сразу было. А, надо было двух мочить, я, кстати, забыл про эту тему. Опа. Ну хорошо. Плохо. Что, блин? Так, это фальшивый, что ли, или что? Вот это фальшивый, но он стреляет тоже, да, в шлеме. Побег! Получается! Есть шанс! Здесь. Тихо-тихо-тихо. Ёбаный урод. Все. Так. Босяра. А ты крутой парень. Это у него со зрением. Предлагаю тебе стать моей правой рукой. Да нет. Секунду. А давайте сохранимся и выберем, да, и посмотрим на халяву заставочку. Наивный простофиля. Так. Не работает так? Вот твоя награда. Какая? Интересно. На 6-й уровень. Так, а если загрузиться и выбрать нет? Ты в самом деле хочешь умереть? Я помогу тебе в этом. Давай. Пауза. Не пропусти диалоги. Чё за бред вообще? Да ёпта. Бить в обе стороны помогает. В обе стороны. Да не надо. Раз. Ну крысюк, блин, какой крысюк, он бьет быстрее, чем я замахиваюсь. Не надо было брать эту, как ее называют, трубу, в общем. Трубу можно до него оставить, ну-ка, сейчас посмотрим. Опа. Он... Да еб... Что за шизофрения вообще, он носится как Соник ежик, как я его должен бить? Как мы его били в детстве, секунду, блин. А, так тут три контейнера надо сначала начинать. Вот так и били, короче. Ну это изи тогда, все. Это заборочное. Три контейнера. Я думал, сначала уровня начнется. Думаю, ёб твою мать, а как проходить с двумя жизнями этот уровень замечательный? А его не надо проходить. Он бьет своих подручных. Блин, у меня тоже бьет хорошо. Я его почти не ударил, я правильно понимаю вообще? Хитбоксы всратые на боссе. Ему нельзя комбу прописать. Сейчас прибежит. Ученок, он ударяет, я ударяю, но он меня нокает. Я не знаю, как это назвать. Ну, короче, этот босс не нравится мне. Но мы его убьем все равно. Короче, когда играешь вдвоем, я помню, он предлагает, хотите, типа, там, стать моей правой рукой. И один из персонажа может сказать да, другой нет. И он заставляет нас драться насмерть, типа, друг с другом.
И, в общем, как-то, я уже не помню, что там дальше, но мы как-то выбирали такую концовку интересную. А, Эд, здорово. Отдохнул после стрима. Я отбил пули ногами. Так, записываем. Отбивает пули ногами. Это женщина. Охренеть, да ладно. Да ёб твою мать! Я уже сколько контов потратил? Ёпта. Чё происходит? Слушайте, ну босс просто максимально... Должна быть тактика на него рабочая. Но это какая-то вообще... Чего? Я пока не понимаю, он любой удар сбивает. С прыжка, короче, любой, ему похрену вообще. А, вот так можно. Окей, ладно. Кто не знает, как этого босса нормально бить вообще? Ну, то есть нормально, они вот так вот тратят все континью за игру. Попробуйте мимасы в командах чат-бота. Какой-то кошмар, ребят, вообще. Так. Ну все, босс отлетает, все началось хорошо. Блять. Все-таки попал. И сразу апгрейд слетел, прикиньте. Да хули ты, блядь, творишь, ебаный зеленый пиздобол. Ой, ёпта, ну. Опа. Интересно, конечно, еще. Ой, такая херня творится, господи, что происходит? Ну вот опять. Ну хоть не дамажит. Сейчас начнет, блядь, дамажит. С хп пойдут отниматься и все. Да ебаный в рот, блядь, ну что он творит? Почему он стал дамажить? Ну почему он добегает? Я что-то не так делаю. Пиздец тебе, друг, блядь. Наконец, господи. Так, момент истины, мужики. Так, это плохо. Ну, в принципе, он отлетает, а что тут? Без вариантов, смотрите. Раз. Руки потеют жестко вообще. Так, нормально. Главное, что не босс ударил. Оп. Оп. Сучонок. А пофигу, а мне пофигу, у меня контов миллион, брателла. А когда контов много, жизнь налаживается. Ай-яй-яй-яй-яй, комбочка от скелетов аж, ну. Ничего страшного. В нашей жизни бывали испытания пожестче. Нормально, ничего страшного. Много контов, много жизни. Скелеты натуральные быки. Прикиньте, скелет быка бы нападал, вот это было бы интересно. В одной игре есть скелет быка, мне интересно. Все. Походу заборочно не пахнет. Я просто отвечаю, у него третья стадия, если там вообще какая-то беспредельная херня будет твориться. Thank you.
Думаю, стоит потратить жизни голема на него или нет, на этого босса. Это плохая идея. Так-то он очень много у него снимает. Прыгай. Огребай. Прыгай. О, кстати. Голем его разваливает. Прыгай. Голем его разваливает. Так, следующий. Не понял. Это все? Потому что я не знаю Рентау, блядь. Я играю первый раз в эту сраную игру нормально. Откуда мне знать, что можно вырываться суперами, блядь? Ты видел хоть раз, чтобы я это делал? Я не делал. Я не знаю. Пиздюки! Оба. Это, так полагаю, супер был, да? Так, мы его просто захерачим этим ударом. Погодите-ка. Имба найдена. В другую сторону, уебище! О! О, господи, я обосрался, что сейчас этот Шива меня убьет, и я не смогу мистера Икс убить. Давайте, погнали. О, что будет? Он вдруг, блядь, побежал на меня. Ну ладно, окей, такое бывает. Тут обычно мало FPS, сейчас их просто нету, блядь. Все FPS кончились куда-то. Чуть менее удачно идет битва с боссом пока. Пока он мигает, невозможно поменять персонажа, я заметил. Охрененно сделано. Так, значит, я буду Айроном. Этот будет вот так вот. Типа. Бля. Ну, вроде нажал же прыжок. Вот, неважно. Ну, то есть, ну, имба. А чё? Так, убираем. Ставим мне чувака с большим количеством хп. Этого ставим фронт-кавер. Ну, всё, типа. Ай, блин! А куда этот-то делся? Я чуть не понял. Господи, боже мой. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять мешков. Так, сжигаем нахрен все это говно. И вот так бьется последний босс. Ну, вроде как да. Красивый был музон, согласен. У меня есть ремикс на эту тему даже где-то в плейлисте.